Твери откроется центр уличного баскетбола. Торжественная церемония начнется в ближайшую субботу в 15:00 на Краснофлотской набережной. Там на новой площадке пройдут игры финала первенства России и массовый турнир «Оранжевый мяч» в формате 3x3. Центр уличного баскетбола включает в себя три площадки для формата 5x5 и 6 площадок, а также центральный корт для 3x3. Кроме того, там будет воркаут и детская площадки, трибуны, раздевалки. Техническое оснащение позволит проводить на базе центра межрегиональные и всероссийские соревнования. В церемонии открытия примут участие звезды мирового уровня. 15 июля у нас состоится в 15:00 официальная церемония открытия Центра уличного баскетбола с участием и президента Российской Федерации баскетбола, прославленный российский баскетболист Андрей Геннадьевич Кириленко и олимпийский чемпион 1972 года в Мюнхене Иван Иванович Едешко и много-много других звезд баскетбола. При этом, по сути, праздничные мероприятия продлятся в течение 3 дней, стартовав 14 и завершившись 16 июля. В частности, это игры юношеского и юниорского чемпионатов России по баскетболу 3x3. В Тверь приедут 59 команд. Кроме того, в программе турнир для всех желающих «Оранжевый мяч», тоже в формате 3x3. Решающие игры состоятся в воскресенье, причем их предварит шоу по слэм-данку – забиванию мяча в корзину сверху. С участием сильнейших спортсменов России, Казахстана, Белоруссии. Шоу начнется в 20:00. Сразу после его завершения финальная игра первенства России у мужчин-юниоров до 24 лет. Что касается гостей спортивного праздника, то для них подготовлены мастер-классы звезд, фото- и автограф-сессии, турнир для всех желающих по интерактивному баскетболу, конкурсы и многое другое.